Да. Да, катер мотор. Вот, смотри сюда. Ну же что получается? Я выплыл где-то метров 50, наверное, на речку. Лихо так на воду, да? Животом кверху и глазами в небо, и где облака, и голубое небо. Я на это все смотрю. Такая красота, что ни деньги ты не купишь. Поэтому, учитывая, что ты меня как, знаешь, роль экскорта и бодигарда, то... Я экскортом не занимаюсь. Экскорт же может быть не только женщина. Экскорт это сопровождение. А, понял. Плюс бодигард ты еще. Так что плата водою за такое удовольствие, она ничтожна по сравнению с тем, что ты заработал. Добро. Скажіть ваші враження від води. Вода хороша. Значить, спочатку кажеться, що вроде плохо, а потім хороша. Тобто парного молока немає, але вода хороша. І зверху, і знизу. Вона перемішалася. І вона, ну от, якщо глибину я міряю, да, вниз опустився, то вона там теж не холодна. Так что рекомендую всем, кто смотрит это видео.